И сегодня в Генпрокуратуре сообщили предварительные данные результатов расследования. По делу об аварии на шахте имени Костенко в Караганде задержаны 7 человек. Все они руководящие инженерно-технический состав шахты. Их привлекли к уголовной ответственности за нарушение правил безопасности. В рамках расследования также будет дана правовая оценка должностным лицам ArcelorMittal Темиртау и сотрудникам Департамента промышленной безопасности МЧС Карагандинской области.